сейчас вам расскажу про один массаж, очень интересный массаж. Он называется холистический интуитивный массаж. Массаж интересен тем, что он прорабатывает не только какие-то физиологические вещи человека, но работает на четырех уровнях. На уровнях тела физического, на уровне эмоций, на уровне ума и на уровне души. То есть через холистический массаж мы можем прорабатывать различные проблемы, не обязательно физики, а можем прорабатывать проблемы касательно психологии, психологические проблемы. Холистический массаж относится к методу психотерапии и считается довольно эффективным методом. Эффективный, потому что человек лежит, он расслабляется, это метод довольно безопасный, и у человека отключается, ну, можно сказать, такой логический ум. То есть мы здесь работаем с правым полушарием. И если еще точнее сказать, мы работаем с подсознанием. То есть холистический массаж помогает напрямую выйти на подсознание и проработать проблемы человека, запросы человека. Обычно может хватить даже одного сеанса холистического массажа, либо нескольких сеансов. И не обязательно ходить на эти сеансы постоянно, и вот маленький довольно-таки промежуток тоже не обязательно соблюдать между сеансами. Может быть, кому-то достаточно одного раза, кому-то достаточно раз в неделю, а кому-то раз в месяц или раз в полгода. То есть это метод довольно сильный, он эффективный, сильный, и очень, мне очень нравится с ним работать. Что я буду делать, собственно? Я буду ходить вокруг человека, буду к нему прикасаться, буду человека немножечко покачивать, буду немножечко пульсировать, буду прорабатывать руки. Дай руку. Буду прорабатывать руку, руки по-разному, разными способами. Буду прорабатывать ноги. Ну, можешь расслабить ножки. Вот. Ну, способов много, и при этом мы будем разговаривать. В чем отличие человека, который просто проходит массаж, и человека, который проходит интуитивный холистический массаж. В первом случае человек расслабляется, получает удовольствие, а в нашем случае мы будем беседовать. То есть я буду задавать вопросы, Игорь будет на них отвечать, будет прислушиваться к своему телу, к своим ощущениям, к образам, которые будут приходить. И через эти образы, через эти ощущения мы будем прорабатывать тему, запрос, который поставил Игорь. Ну что ж, приступим. Игорь, повернись, пожалуйста, на живот. Вот здесь мы начинаем работу со спины. Озвучь свой запрос. Что я должен делать, что я должен осознать, чтобы в течение полугода полностью раскрыть на постоянности, ну, на постоянном свой сердечный центр, чтобы излучать любовь, свет, благодарность окружающему миру. Я буду проводить холистический массаж через рейки. То есть здесь у нас будет энергия рейки в том числе. Холистический массаж происходит от греческого слова «холос» – «целостный». Целостность метода проявляется в том, что он воздействует как на тело с помощью приемов массажа, остеопатии, мануальной терапии, воздействует на психику с помощью психотерапевтической работы и воздействует на энергетическую составляющую человека, обеспечивая восстановление единого ритма за счет синхронизации работы различных органов и систем, а также сознательной и бессознательной сфер личности. Благодаря своей мягкости метод может использоваться в работе со взрослыми, детьми, беременными женщинами, а также людьми преклонного возраста. Важной особенностью холистического интуитивного массажа является то, что он проводится для проработки определенной темы. То есть, выражаясь психологическим языком,
для работы с запросом человека. Массаж проводится в одежде с помощью мягких и безопасных пульсационных, вибрационных и раскачивающих движений. Человек расслабляется и открывается возможность напрямую работать с его подсознанием. Я работаю вместе с тем, кому делаю массаж. Я задаю вопросы, веду человека, а он в свою очередь отвечает и в обратной связи передает, что он чувствует, ощущает в теле, какие состояния переживает, какие образы у него возникают. Во время массажа человек находит ответы на свои вопросы, получает заряд жизненных сил для реализации задуманного, а на тонком уровне происходят изменения в его жизни. Таким образом, на телесном уровне с помощью холистического интуитивного массажа прорабатываются блоки, зажимы, напряжения, а в жизни решаются психологические проблемы. Да и не только психологические. Хочу сказать несколько слов про холистический массаж. Если честно, я не понял, как он работает. Но, если честно, он работает очень эффективно. Вот, в первый раз сталкиваюсь с такой техникой. Мне понравилось, потому что как бы он помог сознанию погрузиться в такие вот вещи, в которые я не мог туда дойти сам. Сколько я не делал перепросмотров, сколько я вот не копался, но сегодняшний холистический массаж, он просто помог мне все эти вещи соединить в логическую цепочку, да, и как бы прийти к какому-то очень полезному для меня осознанию. И я думаю, что я нашел правильные ответы на сегодняшний вопрос, и я думаю, что буду дальше работать над этим. По крайней мере, у меня уже есть инструмент, у меня есть то, над чем работать, и буду работать дальше. Все благодаря Ольге. Спасибо.